Всем привет! В этот чудесный весенний солнечный день я от всей души поздравляю всех женщин и девушек с 8 марта. И еще я хотела бы подвести итоги конкурса, объявленного на моем канале более месяца назад и приуроченного к 8 марта. Итак, на этот раз победительницей становится моя подписчица под ником LucyM153. Я от всей души поздравляю нашу победительницу и прошу ее в ближайшие дни связаться со мной в сообщении под данным видео, либо в личном сообщении в одной из моих соцсетей. Еще раз поздравляю всех с сегодняшним праздником 8 марта. Здоровья вам всем, удачи, улыбок, будьте любимыми, оставайтесь, пожалуйста, красивыми и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!